Это не просто выставка достижений наших сельхозпроизводителей. Это еще одно доказательство, что процесс импортозамещения в крае более чем успешен. Ассортимент качественной, конкурентоспособной продукции на стендах ярмарки огромный. И очень важно, что все больше таких товаров производится именно в фермерских хозяйствах, в сельхозкооперативах. Край со своей стороны максимально поддерживает такую динамику, постоянно увеличивая господдержку сельхозпроизводителей. Я напомню, что в этом году на поддержку фермерства выделено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей.